Смотри, берешь. Целишься, натягиваешь тетиву по максимуму. Целишься немножко выше их лбешника. Берешь и такая дрень, попал. Того тоже берешь и такая дрень, попала. Видишь? И вот в третье вот этого самого такое коротышку. Видишь, у него лбешник еле-еле как торчит. Берешь и такая дрень, попала. И вот смотри, там к нам тоже какой-то топает. Подожди. Дай, попадай, попадай! Давай. Еще раз! Молодец! Короче, я сейчас просто Катю обучаю, ну, хорошо стрелять, потому что мы сейчас отправляемся туда, что мы не смогли закончить в предыдущей серии, а именно... Да! Кстати, этот молодой человек мне сюрпризик хотел сделать, а сейчас мы этот сюрпризик вдвоем расхлебывать будем. Да, совсем небольшой сюрпризик — воскресить дракона! Ха-ха, мне кажется, любая девушка на этой планете будет рада, если ей ее парень подарит вот такой сюрприз. Кать, давай, вот отсюда, давай, с этой дорожки. Сначала зомби. Тетиву. Берешь. Я стрелок тут еще, давай. Ля, красавица, давай. Скелета, давай. И последний криперочечек. Оба. Дрить меня. Это под... Моя девушка с 20 метров из 3 выстрелов 3 раза попала. Слушай, Катя, 2 года обучения в Майнкрафт все же идут тебе на пользу. Благодарю всем. Не нужно овации, все прекрасно знаю. Ладно, короче, я тебе даю еще, держи еще вот столько стрел, держи, у меня тут тоже еще полстака есть. Нет, там нормально. Прямо сейчас отправляемся опять к дракону. Ты стреляешь по дракону, когда он садится вот на эту фигню, ты его бьешь. Убиваем дракона, и мы с тобой молодцы. И обратно, пау! Ты видел то, что я ее запустила вверх, и когда она летела вниз обратно, она попала именно в тебя! Потому что я специально взял и подошел к ней, чтобы она попала именно в меня. Это все подстроено, это постановка. Да! Все, пошли, хватит кукаракать там, пошли! Подожди, что это такое? Вот это? Ой, ребята... Что там такое вдалеке? Ребят, да не спрашивайте, пожалуйста, что это такое. Придет время, я всем все объясню. Пошли. Спасибо. А ну быстро по списку повтори, что мы будем сейчас с тобой делать. Так, мы прыгаем в этот портал, оказываемся в Эндермире. Там сейчас летает дракон. Мы берем лук, натягиваем тетиву, берем стрелу и фигачим его. Я что буду делать? Ты смотреть и наблюдать. Нет, я буду летать, уничтожать кристаллы. Ты что будешь точно, делать? Да. Ты? Я буду его стрелами бить. А когда он садится, что ты с ним делаешь? Можно помощь зала. В смысле, когда он садится, ты его бьешь и фигачишь вот таким мечом, все очень просто. А, мечом, да. Так, подожди, и самый ключевой вопрос. Что вот они должны делать? Вот что ты должен делать? Так, они должны в первую очередь подписаться на канал, вторую очередь поставить лайк. Не надо! Я все знаю, что они должны делать, я выучила! Давай! Ну, еще раз, первое, подписаться, второе, поставить лайк и колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, верно? Все верно, в первую очередь и, наверное, в самую последнюю надо подписаться на канал. Вот если кто-то не подписан на канал, с ним произойдет вот это. Подпишись на канал, чтобы не пропускать ни мои новые серии, ни Катины новые серии, ни наши совместные новые серии. Вот. Подписка в Холодосе. Большая сосиска. Каждому большую сосиску в Холодосе, кто подпишется. Все, до свидания. Так, раз-два, бери. Да, я тебе... Давай, кушай. Что это такое? Золотое яблоко, бери, кушай, давай. Я не голодна. Кушай, у тебя будет больше защиты, регенерации маминой мамы. Давай, у нас есть 2 минуты. Ты мне раньше не говорил? Ты 2 яблока скушала или 1? 2. Зачем 2? Ты мне дал 2, я съела. Надо по очереди кушать. Одно кушаешь, потом через 2 минуты второе. Ты мне дал 2, я съела. Перник, Кать, все, короче, ты нубасися до сих пор. Иди и отвлекай всех эндерменов, не смотри им в глаза, просто иди смотри в пол. В пол надо смотреть, понимаешь? Смотрю в пол. Я полетел. Давай, удачи. Сейчас, я вот здесь останавливаюсь, вот эту фигню так, па! Так, это уничтожил, я... Вот, еще там. Сейчас попаду. Эпа! Не попал, выше надо. Я попала в него с первого раза. Вот, иди бей, иди к нему на центре, иди бей. Бью,
На! Давай, 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 давай! Еще на! Сейчас, 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 я поднял! Я ничего не могу! Подожди, подожди! Па! Сейчас, 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 сейчас! Стресс, стресс, я знаю то, что... Стресс, стресс, опа! Ой, ой, извините, у меня полтора сердечка осталось, я сейчас немножко просрою. Отлично, отлично. Давай, стой на центре и пытайся его убить, сейчас я отойду немножко вот сюда. Па, вот так, нормально, Ой! У меня тут три сердечка, три сердечка! Так, а где он? Я не вижу его. Два сердечка! Сейчас он летает, у меня еще остался последний кристалл, я уничтожаю последний кристалл и все, Кать. Давай. Так, не смотрю в пол. Наоборот, смотри в пол, если ты не будешь смотреть в пол. О! Слушай, я никогда не научусь летать на вот этих крыльях. Стой, пожалуйста, не разбейся. Я не попадаю в него, блин. Подожди, последний кристалл остался, сейчас все будет. Я просроюсь немножко. Вот сюда. Па! Все! Просрись скорее. Простройся. Все, иди на центр, Кать. Финальная фаза. Вот центр. Финальная фаза. Это центр? Да, убей вот этого. Ой! Убей. Все, молодец. Короче, Кать, молодец, сейчас... ты ничего не сделала. Молодец за поддержку. Сейчас он сюда прилетит и будем его с тобой бить. Попал! Попал! Давай, я тоже. Кать. Давай, молодец. Подожди. Сейчас будет. Что училась стрелять, что не училась стрелять? Одинаково. Да, что, не умела играть в Майнкрафт, так и не умеешь играть. Эй, умею играть в Майнкрафт. Чё ж ты? На центр! Короче, меня кончились стрелы. Да пофиг, что у тебя кончились стрелы, подожди. Опа. Потихоньку. Да отстань ты от меня. С какой стороны мне лучше подойти? С какой? Говори. С левой подходи. Дай мне стрелы, срочно, у меня стрелы кончились. Кать, у меня тоже не очень так много стрел, у меня 15 стрел, я тебе ничего давать не буду. Па! Отлично! Па! И... За Катю! За Майнкрафт! Я космонавт! Подожди! Полетел. Слушай, а может летать и реально его бить? На! Ну да, так и надо. Давай, да, значит я буду придерживаться вот такой тактики. Па! Слушай, я по нему даже не попадаю, когда воздух. Па! Сейчас я попробую полететь. Не, в воздухе его почему-то нельзя бить. Я думал то, что можно, но смотри, я лечу на него. Отстой. Лечу на него и па! Слушай, я уже устала, пойдем домой. Пофиг на этого дракона, да. Я не могу уже. Кать, тут осталось 10 хп у него. Короче, смотри, ты знаешь, ради чего мы сюда пришли. Задача наша — убить, чтобы ты его убила. Бей, последний удар. Кать, держи лук, стреляй. Стреляй, иди сюда, держи стрелы. У меня нет стрел. Я тебе выкинул 9 стрел, иди бери. Сюда, назад. Давай, забирай. Блин, сюда... не хватило одной тычки, блин, где Слушай, ты? Мы сюда пришли только для того, чтобы Катя получила ачивку об убийстве дракона. Она у меня уже есть, поэтому, Кать, прицелься хорошо, как будто это последний выстрел на этой планете. Да, он летает очень быстро. Да не трать просто так стрелы, стреляй хоть куда, хорошенько прицелься. Да. Кать, ты вообще стрелять не умеешь? Я знаю, что не умею стрелять, я вообще не умею играть в Майнкрафт. Давай, докажи обратное подписчикам, докажи обратное. Давай! На! Кать, последний... Да! Наконец-то! Это все мое. В этот раз было больше. Да. Ну, с каждым разом, когда ты воскрешаешь дракона, опыта все меньше и меньше. Но в любом случае, а почему нет? И как бы так тоже сойдет, да? Вот. Да, в принципе, спасибо за сюрприз, молодой человек. Мне очень все понравилось. Я надеюсь, тебе он понравился. Прям искренне надеюсь. Фу, я просто, если бы ребята меня сейчас видели, они бы, наверное, сказали, Катя, тебе нужно срочно в отпуск. А, ну да, кстати, так они же скоро тебя увидят. Мы же набрали 100 тысяч лайков на какой-то там серии. Мы просто переезжали все это время, вот новая квартира. Поэтому вот с этого момента мы начнем Кате собирать на вебку, купим вебку, и она будет находиться где-то вот в том углу. Да, Кать? Ну, да, только единственное, что у меня не будет никакого фона красивого. А так? Ты хочешь сказать, что у меня красивый фон прямо сейчас? Ну да, кстати, ты вообще ни с кем не сравнишься. Ну вот, у меня самый красивый фон на этой планете. В общем, Катя, отправляемся домой и сделаем то, что мы так же давно планировали. Надо спасти всех жителей. Прыгай. Сюда? Это конец Майнкрафта. Это конец Майнкрафта, значит, полетели в другой конец Майнкрафта. Полетели!
Вот сюда полетели, пока. Подожди, подожди, я сейчас тоже полечу. Смотри, я умею летать. Смотри, сейчас покажу. Так, 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 привет, 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 привет. Пау, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Короче, ребята, вот сюда слушаем меня. Сегодня это 51-я серия выживания. И в честь этого я хочу устроить тузу, потому что юбилей, да? Юбилей же? Мы немножко затупили. Я перед началом этой серии хотел Кате сказать: «Кать, 50-я серия, сейчас мы забабахаем с подписчиками здесь дискотеку века», а как оказалось, это уже 51-я серия, то есть мы что-то немножко, ну, вот на столечке прококундили весь наш юбилей. Поэтому я предлагаю сделать так. В следующей серии... Подожди, в следующей серии со всеми нашими детьми, которые здесь есть, со всеми-всеми-всеми мы сделаем здесь огромную вечеринку. Прям музончик, свежевыжатый сочек, тортики, пироги, супчики, марципаны, марципановны. И здесь будет прям 20 минут. Ну не 20, а мы же еще с тобой порыбачить хотели. А, ну, не, ну это уже следующая серия, мы выясним, кто же лучший рыбак в Майнкрафте. Что это такое? Я тебе не скажу, что это такое, я скажу только подписчикам, что это такое. Это будет будущая железнодорожная дорога до деревни, которая находится вот там на другом конце моря. Ну то есть, чтобы мы каждый раз к нашим жителям, ну, все быстрее и быстрее добирались, понимаешь? То есть можно будет на лошадях? О, я сейчас вернусь за лошадью и пробегу, да, здесь на лошади. Катя, это железнодорожная дорога, а не коннодорожная. Не трогай... В любом случае, я хочу пробежаться на коне здесь. Маргарита упадет посередине океана, ты ее потом никак домой не сможешь приволочь, понимаешь это? Слушай, я знаю, что мы сейчас с тобой будем делать. Что? Мы пойдем устраивать рейд в ту башню. А чего ты так решила, то что мы прямо сейчас с тобой пойдем в ту башню, а? Я так захотела. Я готова убивать. У меня после дракона, вот это вот, после схватки с драконом, проснулось чувство войны. Вот этого. Война баба, баба война. Хорошо, если ты хочешь сегодня воевать... Девочка война! Если Катя сегодня хочет быть девочкой войной, значит мы не будем прекращать нашу войну. Мы отправляемся в ту самую башню, где разбойники. Мы добудем флаг и потом будем заново защищать деревья. Садись, поехали. Наконец-то ты меня подождал и не уплыл. Ура! Да. Просто только похлопаем дружно. С тебя песенка, давай. Давай. А ты же девочка война! А ты ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Какая-то очень плохая песня, я даже слов не разобрал. Давай нормально. А, ребят, вы кто-нибудь вообще знаете слова этой песни? Меня нет, я никогда не разбираю их. Ты же девочка война, ты такая красивая. Ай, файна, 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 файна. Наркомания, как обычно. Ремикс, устроили небольшой ремикс. Ладно, все, поплыли, до свидания. Сейчас просто на этом моменте все подписчики такие, да нафиг. Как я их вообще смотрю, да? Блин, мне смешно. Слушай, вот если бы ты на Ютубе нашла подобных кадров, как мы с тобой, вот допустим, если бы ты нашла там какую-то Свету и Антона, да? И они бы себя вели так, как мы себя ведем. Ты бы их смотрела? Наверное, да. Думаешь? Ну да. Ну мы же с тобой придурыши небольшие такие. Хотя... Нормально вообще-то. Нифига себе небольшие. Как мы вообще друг друга на этой планете нашли? Что я кокнутый на всю голову, что ты шизанутая. Щичканутая. Щичканутая, да. А ты точно уверена, что ты хочешь вот туда сунуться? Да, но только в первую очередь тебе нужно крылья снять. А, кстати, да. Вот так. Ты уверена прям, да? Прям уверена-уверена. Я вообще настроена на так серьезно, прям на все серьезности, которые только есть в этом серьезном мире. Хорошо, если ты девочка война, но в любом случае уступи мне, пожалуйста, я вот сам убью вот эту чупа... А-а-а! Ты чё даже не предупреждаешь, так подкрасы незаметно! Кать, я убиваю сам вот эту чупакабру, которая... Давай, а то ты опять умрёшь, опять просрёшь этот эффект, вот так. Всё! На! Со спины, вот со спины, да. Ты со спины меня чуть не убила. Короче, давай иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я тебе предлагаю всех вот этих перегасить, потом подняться на самый верх. Возможно, у них в сундуке что-то будет хорошее. Давай. Так, этого убил. Я сейчас этого поднимусь, убил. Как раз таки посмотрю. Давай, поднимайся наверх, я сейчас за тобой. Слушай, а мы так быстро всех перебили, что ли? Да,
их что-то маловато, как-то было даже неинтересно. 4-5 штук там было. А наверху... О, их тут наверху дофига! Подожди, так давай сначала мы их убьем, а потом будем лутать сундук. Кать, выйди из сундука! Кать! Ой, соблазн, прости, пожалуйста. Кать, а что там было? Тут была одна чародейская книга, Ледоход 2. Она вообще бесполезная, отдай. Да? Точно? Ледоход, Кать. Это как, это как снегоход, а есть ледоход. Ее вообще сжечь можно на костре. В принципе, чем я сейчас и займусь. Пошли. А что значит ледоход? К чему вообще можно зачарить эту книгу? А к сапогам. А, и чё, и всё? Короче, Кать, пошли домой. О! Значит, ледоход, да? Ну... Подожди. Катя сейчас обзавидуется. О, там еще кто-то есть. Ну давай ты хваляй, я пока побежал домой. А то мне надо... Подожди, не помоги мне, я не могу. Там три штуки, сзади тебя еще один. Одного убил. Давай. Ща. Так. Па! Да! Все, побежали. Мне уже прям не терпится зачарить свои ботиночки. В смысле, так это хорошая книга? Нет, я ее сожгу сейчас. В смысле, ты... Ну сначала зачарю, потом сожгу. Я чё-то тебе вообще не верю. Тыля какая, смотри, даже уже на лодке кататься не хочет, да? Да. Ну ладно, я с этого момента тоже на лодке кататься не буду, если что. А знаешь почему? А вот потому что. Кать! Ой, ага, да. Все, пока, Кать. Давай, пока. Я пошел сжигать эту книгу. Она вообще бесполезна, на самом деле. Вообще нет смысла вообще. То есть я могу вот так сейчас ходить, я повелитель океана, чтобы ты понимал. Ты сказал, что она бесполезная. Ты! Ну, слушай, ну я просто могу ходить по воде. Ну, то есть ты хочешь... А я потушиться не могу, а нет, могу. То есть я просто могу ходить по воде. Ну, разве она не бесполезная? Так, ты вот... О, я тоже хочу такие сапожки! Кать, ну, наверное, не в этой жизни. Ну, вот когда-нибудь, наверное, вряд ли мы найдем еще такую книгу зачарования. Нам на самом деле очень сильно повезло. Прям, ага, давай, попади. Давай, попробуй. Если попадешь, я тебе чупа-чупс куплю. Давай. Ага. И что дальше? Давай. Третий раз, попади. Если попадёшь... У меня последняя стрела осталась. Один удар, один выстрел, все в твоих руках. Вся жизнь только в одной стреле. Если попадёшь... Лох. До свидания. Просто пока. Эй, ты куда? Я обиделась. На что ты обиделась? Книгу отдала прикольную. Не попала стрелами в тебя. Да ну его нафиг, блин.